Платон? Я дома. Чё с тобой? Нормально всё у меня. Какое число сегодня? Конец августа. Да сука! У меня столько планов на лето было. Девушку найти, на море съездить, похудеть хотя бы, а? Ну, похудеть у тебя явно не получилось. Вот ты на море был летом? Ну, я, да, в Египте был. А почему ты, а не я? Лето полное дерьмо. Ну так ты же сам в приставку играл все лето. Мог бы на море хотя бы позвать, в Египет не знаю. Я постоянно только жру и сплю, блядь, жру и сплю. А знаешь что? Надо что-то менять в этой жизни. Вот увидишь, осень будет продуктивной. Я буду работать каждый день. Ты и про лето так говорил. А мы все люди, и мы можем меняться. Я личность. Долбоёб ты, блядь. Опять уснул? Молодежуй, трудяк. Так, все, Платош, пойдем в магазин. Да, мам, ну можно, пожалуйста, не надо. Так успокоился, матери не перечь. Так, сынок, давай возьмем тетрадочки. 5 в клеточку и 5 в линейку. И не забудь дневник. Так, куда 26 рублей? Ты что, с ума сошел? Вот, смотри, тетрадочки, 4 рубля. Да, мам, что я опять как лохопед буду, а? Твоя мама всю жизнь таких писала. И ничего, нормально. Так, не, так попсихуй мне еще. Попсихуй. Так, ну все, тетрадочки взяли, пойдем форму школьную возьмем. Какую форму опять, а? Пойдем, будешь красивый самый на 1 сентября. Платош, ну что, подошло? Ой, красота. Ну-ка, выйди сюда. Ой, ну что за модель, я не могу. Девушка, мы берем. Платон, а еще раз, не хочешь кофточку надеть? Ну, ну пожалуйста. Ну ради меня, ну. Вай, что за красавец! Платон, а ты ничего не хочешь сказать? Спасибо. Меня мама не отпускает! Не, а, мне еще маме надо оставить. Я с тобой не играю. Блин, это что, водка? Да не обиделся я. Да мама-то ребята рядом курили. Ага, первое слово дороже второго. Да я целовался уже. А первое слово съела корова. Ну че, у тебя родаки уехали, нет? Ну можно я еще поиграю? Приходи гулять! О, дай попробую, просто никогда не пробовал. Скинь попить! Не, у меня последняя жвачка осталась. Я все маме расскажу. Как-то вот так, драки распределяются. Компьютеру дай отдохнуть. Так, давай закругляйся. Я здесь не домохозяйка! Давай еще походим, если что, придем обратно. А если тебя друг попросит с 9-го этажа прыгнуть, ты тоже прыгнешь? Я, по-твоему, деньги печатаю, что ли? А зарегистрируй меня в Одноклассниках. А ты так со мной не разговаривай. Вот будут дети свои, поймешь. Нет, у тебя что, своего дома нету? Домой! Нет, ну никакой помощи, а! Домой, я сказала! Нет, ну что сухомятку ты ешь? Вот я в твое время. А ну-ка, дыхни. Не ешь, это на праздник. Жене свой характер будешь показывать. Я балдею, девочки. Девочки, мои любимые мартышечки, вставайте, просыпайтесь. Почему такие дела, девочки? У меня вчера обгорело все лицо. Девочки, песня. Несмотря на милое личико, мама отличника, мама отличника. Девочки, ну не забываем про шпротную диету. Сегодня съела 2 банки. Неделю назад весила 93, сейчас 98. Девочки, ну решила купить масочку. Ой, улиткины слюнки. Сегодня утром я тигренок. Ррр. Девочки, как вы думаете, мне идут эти очки? Девочки, Михалыч ловит мух. Ну, чтобы мне приятнее спалось. Кстати, сегодня покушала заварное пирожное и выпила апельсинового смузи. Девочки, у моего сына Лешечки горе. Всем привет, я Леша. Девочки, я потерял очки. Ой, девочки, налетайте, у меня сын красотулечка просто. Пишите, не стесняйтесь. Бля, папа, а можно мне за рулем? Нет, нельзя. Ну, пожалуйста. Да я сказал нет. Я аккуратно буду. Че, сейчас погоняешь? Я тебе дам, погоняем. Жми на кнопку. На кнопку нажми. Тупица. Так, сядь нормально. Нормально, сядь. Руль двумя руками возьми. Все. Да что ты попасть не можешь, что ли? Поворотник выключи. Поворотник. Да как?
Да обычно, как ты включил, так и выключи. Ой, баклажан, а, ну что ты делаешь? Все, Платон, все, выходи из машины. Постоянно кричишь на меня и нормально выучить меня не можешь. Можно я хотя бы музыку со своего телефона поставлю? Мое имя Тей, по фамилии я надо... Ты нормально что-нибудь можешь включить, а? Отвези меня туда. Вот эта музыка, я понимаю. Платон... Здравствуйте. А вы пришли к нам на кастинг у нас? Да, на кастинг. А вы умеете петь? Ну да, парочку шлягеров в моем репертуаре найдется. Все для тебя! Рассветы и туманы! А танцевать? Я 2 года на танцы ходил. Моя фирменная связочка. Детка, ты же меня знаешь, я постоянно занят. Думаю, это лак даже закрытым. У тебя было после этого. Так, что еще умеем? Стихотворение. Ветер веет с юга, и луна взошла. Что же ты, бледюга? Так, стоп. Давайте попробуем по актерке. Отыграйте грусть. Печаль. Тоска. В принципе, все понятно. Давайте я вам перезвоню. А вы всем так говорите. Перезвоню. А не перезванивайте вы. Дайте роль, хотя бы дерево. Божественно. Не надо мне тут шутить. Никому вы не перезваниваете. Вы обманули меня. Странный парень, я хотел его позвать. Так, следующий. Булат, в общем, я купила тест на беременность и... Кажется, я беременна. Алло? Так, где этот маленький разбойник? А у тебя не будет 1000 до понедельника? Ну, короче, до понедельника, да? Алло, Платошка, уже вторник, ты обещал вернуть долг. Алло, Булат, здравствуйте. Если вы не сдадите зачет, то нам придется вас отчислить. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. Пропади моя тоска. Вот он я.